Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре 7-метровое маховое удилище Fortex Platinum Medium. В этой серии выпускаются еще и 6, и 8 длины. Чуть попозже снимем тогда, может быть, такой общий обзор сразу на все модельки. Но вот сейчас получили только что это удилище. Очень многие рыболовы им интересуются, потому что строй очень, ну, достаточно быстрый, скажем так, у удилища. При этом вес не сильно большой. И очень многие это удилище берут под боковой кивок. Либо под ловлю карася, где нужно там вывести его экстренно как-то побыстрее, продрать через камыши и так далее. Сразу оговорюсь, что на удилище написан тест, кастинг 3-10 грамм. Но по факту, я посмотрел, тут, ну, часто кайда очень ошибается, и в весе, и там, и в чем только не ошибается. В общем, 3-10 грамм, я считаю, что здесь до 20 совершенно спокойно, поэтому никаких тут, можете в этом не сомневаться, эта удочка мощненькая, с усиленными коленцами и достаточно надежная. Ну, соответственно, по внешнему виду очень приятная, такой голубенький цвет небесный, можно сказать. Здесь мягкое нанесено покрытие, soft touch, можно так назвать. Действительно, руке приятно держать. Снабжается удилище полым хлыстом. Вот такая пробочка в комплекте, пластиковая с разрезом, она не залипает, то есть, ну, удобно, удобно. Диаметр коннектора 1,5 миллиметра сюда, имейте это в виду. Дальше, по поводу усилений. Вот здесь я попытаюсь сейчас снять, вставлю картинку, но вот здесь каждое колено усилено. То есть тактильно очень чувствуется хорошо именно наплыв вот этого усиления. Дальше пробка у нас приятная, как и на Фортексах шла, с такой дырочкой вентиляции. Мягенькая здесь резинка для того, чтобы колено не бились при сложении. Ну, соответственно, здесь в плане обработки стыков ничего особенного здесь нет. В общем, кто имел Фортексы другие, либо Level Touch, это примерно то же самое. Кстати говоря, как мне сказали, не гарантирую, что эта информация вот 100% правдивая, поэтому, если я что-то говорю, я за это отвечаю. Здесь я говорю, что просто вот мне так объяснили представители, что это удилище будет идти теперь вместо серии Level Touch. Это серия от Fortex Platinum вместо Level Touch. И Level Touch снимается с производства полностью. Ну вот, в подтверждение, наверное, таких слов, вот здесь на удилище написан артикул. И действительно, раньше под этим артикулом были удилища Level Touch. По запчастям, как и ко всей кайде, мы бесплатно отдаем 2 запчасти в год всем купившим у нас по программе лояльности, нашим подписчикам, кто подписан хотя бы на 3 социальные сети: YouTube, Telegram и ВКонтакте. Имейте это в виду, информация не является публичной офертой, то есть мы можем прекратить эти акции в любой момент, но пока вот 3 года уже их проводим, или 3-й год, там точно до месяцев не считал. Плюс у вас будет бессрочная гарантия на заводской брак. Соответственно, даже если хоть через 5 лет у вас что-то сломается, вы к нам приносите, мы смотрим, у нас крупный сервис-центр, которому уже 25 лет. Если это брак, если это какая-то воздушная каверна, еще что-то, мы вам возвращаем, либо новое колено отдаем, либо вплоть до замены удочки. Я думаю, вот еще момент по поводу веса. 265 грамм вес, 144 транспортная длина. И я вот здесь замерил вместе хвата диаметр комля, 26,5 у меня получилось. Я думаю, теперь разберем и посмотрим строй. Итак, друзья, Fortex Platinum Medium, строй 3-10 написано, но она не 3-10, прям совсем явно. Смотрите, быстрая палка, приятная, жесткая, 680 фактическая длина, под боковой кивок просто идеал. Нагрузим. Смотрите, построю, да, такой хороший
Мощный запасик еще у нее есть. Приятная палочка. Итак, друзья, посмотрели. Я думаю, что мечта кивочников, тех, кто давно ловит на допотопные, по большому счету, ну, пускай они будут неплохие, да, но, скажем так, тяжеленькие, не с не очень хорошим балансом удочки, это вот просто подарок, действительно, удилище хорошее в плане игры. Я сам ловлю кивком, тоже понимаю в этом, в общем-то, неплохо, как я считаю. Альтернативные варианты помощнее и еще построю жестче. Это, наверное, Сабаниев Evolution тоже берут под боковой кивок. Поэтому, ну, они выпускаются, Evolution тоже, от 5 до 9 метров даже. Вот такой чехол, таким чехлом, в таком чехле поставляется удочка. Мягкий бархатный такой чехольчик, клапан на липучке. Качественно прошит, приятно, то есть такой и по материалу достаточно плотненький. У меня к вам просьба, пожалуйста, нажмите под видео вот такой пальчик вверх, вам это ничего не стоит, для меня это важный критерий, что видео мои смотрят, они нравятся, что в том же формате вам снимать, и, соответственно, кнопочку подписаться, и покупайте у меня в магазине Multifish, будете иметь фактически каска на запасные части, гарантии и тому подобное. Всего доброго и до новых встреч!